Знаете, русский стиль синий. 18. Пачку русского стиля синего. Здравствуйте, а у вас есть пачка русского стиля синего? Есть. А сколько стоит? 65. А можно пачку? Можно, 65. Все это же здоровье для детей, для этого народа. Старается, наверное. Мусора сколько от этих бычков-то по городу. Все разбрасывается, все бросает. Курили в одном месте, конечно, можно было. Уже некрасиво, когда уже люди там сидят, девушки, например, да, курят. Мне как-то все равно. Так же, как курил, так и буду курить. Сами же полицейские курят стоят, ни разу замечал. Всех, мне кажется, пыжат, менталитет у нас. Вот я сейчас стою и курю, вот кто подойдет ко мне? Я в больницу сейчас езжу, БСМП, там на территории курят, и охранники на крыльце курят. Это когда кого просто хватит. Каждому курильщику, милиционеру, полицейского не представите, да? Положительно. Вообще, как бы, курить в общественных местах, это как бы, ну, другим людям плохо в таком плане. А почему плохо? Ну, плохо. Ну, как, наверное, есть некурящие люди, которые дышат. То есть вы полностью согласны? Я полностью согласен. Спасибо.